В Минске наградили и победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Вооруженных сил Беларуси. Среди победителей – сотрудники телеканала ОНТ. За профессионализм и журналистское мастерство дипломом отметили ведущего итоговой программы «Контуры» Юрия Гройерова. Диплом за участие в патриотическом воспитании вручили корреспонденту Андрею Александрову. Награда удостоилась и дирекция информационного вещания за тесное и плодотворное сотрудничество.